Портрет актера Николая Константиновича Черкасова, 1937 год, Николай Акимов. Портрет выдающегося советского актера выполнен сепией, коричневым карандашом на бумаге в виде шаржа, на котором многогранный актер в роли самого себя. Немного ироничный взгляд, легкая улыбка на лице знакомы нам по многочисленным фильмам того времени, таким как Александр Невский, Иван Грозный и другим, в которых он снимался в главных ролях. Перед нами портрет, на котором автор изобразил своего друга и благородного Дон Кихота,